Разбирать нюансы в работе мануального массажа. Значит, мы что сделали? Мы провибрировали вдоль вертикали позвоночника, да, и по паравертебральным вот этим мышцам. Во-первых, мы сделали из нее валик, вот так вот раскачиваем, да. Кроме того, видно, что при этом раскачивании вот таз ходит, да, и голова в разные стороны. Это говорит о том, что тоже такой метод диагностики. У здорового человека, если мы запускаем как бы волну, да, она отражается до кончиков пальцев доходит. Или мы вот отсюда ее можем запустить, и она будет доходить как можно выше, да. Если есть где-то какой-то блок функциональный, да, вот, например, есть. Ну, это я визуально вижу, а так можно руками определить. То есть одной рукой запускаете волну, а другой щупаете, где она закончилась. Немножко вот это вот уже сковано. Ну, чуть-чуть. Так, Дмитрий, попробуй. Вот так вот волну запустить от поясницы. Просто раскачиваешь поясницу, плотно их держи и раскачивай. Да, вторая рука как чувствительный такой щуп. Пальчиками, пальчиками. Прям чувствую, где вот по позвоночнику идет волна и где она заканчивается. Они поочередно, я что-то увлекся рассматриванием, не ожидал, что мне повторили. Можно еще что-то? Смотри, ну в принципе, это вот мы раскачиваем, это вот уже лечебный процесс идет, вот сейчас уже лечебный процесс. И, соответственно, сразу я чувствую, где идет волна, где она заканчивается. Это у меня рука активная, да, а это сейчас щупает. Либо я наоборот отсюда запускаю, а это щупает, да. Вот, я, например, запустил волну, да, резко, и прощупываю, как вот как такое, ну, диагностический щуп. Вот эти пальчики должны быть такие чувствительные, прям чувствую. Позвоночник, позвоночник. Выбери, смотри, вот эта рука запускает, да? Значит, прямо ей вот так вот, да, сильно раскачивает. Сильно раскачивает. А эта рука вот так пальчиками щупает, где заканчивается движение. Но оно вот до сюда точно не доходит, это движение у нее. Вниз, кстати, да, идет. Вот смотри. Пока не работает. Эта рука щупает только, да. Вот смотри, вниз идет движение. Видишь, пятки как хорошо ходят. Значит, внизу нет блоков функциональных, а здесь есть. Теперь что можно сделать? Подняться повыше просто? Да, можешь подняться повыше и прощупать каждый сегмент, где, в каком месте именно конкретно блок стоит. Там очень много связок находится. Они между ребрами и позвонками. Между там еще дуги такие вот находятся. Там много-много разных видов связок, поэтому где-то всегда а есть. Как получилось так, что потом блок. Эта рука была ведущей, что-то мне не поменяли. Наоборот, просто поменяй и все. Это сделай ведущий, да. И все, поменяй руки. Ну, это же можно и снизу вверх смотреть, и сверху вниз, в любую сторону. Вот. Возвращаемся к нашим вибрациям. Мы помним, для чего мы их делаем, да? То есть это тоже были вибрации, то есть раскачивание, это уже лечебный процесс. Если у человека болит позвоночник, да, вот именно микродвижение дома, то, что может делать любая хозяйка там своему мужу, или наоборот муж, там бабушки, дедушки, дочки, там, да, вот так просто возлагаете руку, да, и качаете, вот все, этого достаточно. Пока человек смотрит телевизор лежит, да, вы ему уже поясницу таким образом чуть-чуть там подлечиваете, раскрепощаются вот эти вот мышцы, которые держат. Ну, самое наше опасное место. L5S1. Вот, возвращаемся к вибрации, да? Повторяю просто. Вот эту потом вибрацию, да? Тремор такой включили. Потом вот такую вибрацию включили. Следующая вибрация по другой оси, это вот вращательная вот такая. То есть мы прямо перпендикулярно подбиваем наши позвонки. Так, далее переходим к более жестким техникам. Разминаем все мышцы, при этом лопатку стараемся отодвинуть. Вот видишь? От позвоночника, опять наша цель, все вот эти мышцы, которые забивают наш позвоночник, отвести в сторону, к периферии. Вот таким приемом. Достаточно сильно, глубоко внедряясь в мышечную массу нашей подопечной. Светланы. Не больно, Светлана? Терплю. Терпит, да? Угу. Здесь мы что делаем? Тут такой вот прием называется, как бы, шлюзы открыть. Открыть шлюзы. Ну, сдвигание от... То есть, нет, мы вот за позвоночником, да? Ни в коем случае, конечно, осистые отростки не наступаем. От... За ними, да, вот так внедрились поглубже и как бы вот развернули эту мышцу.
снизу вверх, развернули, развернули, сняли ключи со шлюза, да, сняли ключ, и потекла вот вода сюда, сняли ключ, и потекла вода сюда, открыли шлюз, потекла вода сюда, заодно мы еще и лимфосистему так прокачиваем, хорошо, вот, и далее опять вибрация уже снизу вверх. Если заметите, все наши приемы идут снизу вверх. Для чего? Чтобы дополнительно делать декомпрессию по позвоночнику. Потому что все мы вертикально стоящие, прямоходящие, сидящие. И у нас межпозвонковые диски, они компрессируются. Да? И от собственного веса, там и от груза, особенно кто что-то носит. И даже от толщи воздушного слоя атмосферного над нами. Да? Как говорил Остап Бендер, на нас на каждого давят 18 килограмм воздуха. Вот, внедряемся прямо где заканчиваются эти косточки, да? Поясничные, подвздошные. И от них прямо резко, вот так вот сильно мышцу вот эту провибрировали до конца, захватили ее. Ну, не ее, это уже трапециевидно, да? Захватили и так тоже ее немножко оттянули назад. После этого даже следы такие вот остаются красные. Но я прямо поздравляю своих пациентов, говорю, посмотрите, какой у вас... А, могу вас поздравить с приобретением нового здорового румянца на всю спину. Так, ну, а теперь давай-ка повтори. А мы в следующем видеоролике расскажем еще нюансы.